ребята, всем привет! В сегодняшнем видео речь у нас пойдет вот об этой вот колоночке. Это у нас Divum Timebox. Я уверен, что вы ее, скорее всего, уже у кого-то видели на канале, потому что я, наверное, последний, кто ее еще не сделал на нее обзор. Сразу скажу, эту колонку мне прислал производитель, я ее сам не покупал, поэтому я вам расскажу то, что я не думаю, то, что я уже ее погонял несколько дней, попробовал что и как. Колонка, в принципе, нормальная, мне понравилась. Поставляется на вот такой вот коробочке, сверху была где-то вот еще вот эта штука. Ну, я ее не стал одевать, она очень туго слазит. В общем, колонка у нас работает с приложением, что не может не радовать. Очень прикольное приложение, сейчас вам покажу. Вот, смотрите, здесь даже есть на русском языке, смотрите. Ну и забегая вперед, скажу, что здесь есть инструкции, там есть тоже русский язык. И мало того, что это вот это приложение, ребята, которое вот по этому QR-коду скачивается, оно тоже на русском языке полностью переведено. Переведено хорошо. В общем, давайте обо всем по порядку. Так, колонка поставляется у нас вот такой вот коробочки. Коробка такая очень плотная. Не знаю, что это такое. Ну, похоже, как на фанеру обклеенную. Вот так вот довольно-таки презентабельный у нее вид. Здесь инструкция. Два кабелька у нас здесь. Вот он, AUX-кабель. И микро-USB для зарядки. Давайте покажу вам инструкцию. Где тут сейчас найду русский язык. Да, вот смотрите, на русском языке. Все здесь доступно, написано. Популярно. Как, что и чего. Все очень просто. И понятно. Ну, в принципе, думаю, разберется каждый. Здесь у нас ничего нету. Здесь лежали вот эти вот проводочки все. В общем, внешний вид. Сверху у нас, как видите, есть кнопки. Это вот, кстати, тоже одна большая кнопка. Здесь просто нажимаешь в любом месте, она срабатывает. То есть, видимо, там много их сделано. И в любом месте нажимаешь, она нажимается. Тоже очень прикольно выполнено. Кнопочки такие мягкие, резиновые они. Это у нас кнопка включения, кнопка play. Это перемотка, это громкость, это переключение режимов. То есть там Bluetooth, радио. Кстати, здесь есть радио. Ну, сейчас я вам все это покажу. Снизу у нас вот такие две резиновые ножки. Колонка, кстати, такой материал у нее, как SoftTouch, да, и она, ну, я бы сказал, что она маркая, ребят. Остаются на ней следы. Ну, и следы, конечно, можно стереть все. Вот здесь вот, наверное, видно, да, уже смотрите. Вот заляпал я. Ну, они стираются, тряпочкой какую-нибудь берете, стираете. И вот эта вот панель, вот это вот все светодиоды здесь, они, видите, тоже царапаются. То есть очень легко поцарапать. Видите, уже она вся царапана у меня. Хотя я ей вроде бы недолго пользовался, да, смотрите, уже есть царапинки. Ну, это дело третье, да. Название здесь, вот оно, Divum. Что у нас сзади? Сзади мы видим микро-USB порт для зарядки, AUX. И здесь у нас отверстие микрофона. То есть можно понять, как работает, как гарнитура еще. Когда вам звонят, можете просто разговаривать, как по громкой связи. Все это работает, нормально работает. Колонка у нас сама с этой стороны. Естественно, здесь у нас светодиоды. Так, ну что, в принципе, с внешним видом разобрались. Давайте посмотрим на приложение. Включение производится удерживанием кнопки включения. Вот такая картиночка. Здесь, кстати, ее можно поменять. Сразу, если у вас было до этого соединение, она приконнективается, и видите, сразу уже показывает время, то есть время синхронизируется со смартфоном сразу. Приложение у нас выглядит вот таким вот образом. Вот он, Timebox, такая большая буква Т разноцветная. И здесь можно зарегистрироваться. Ну, регистрация это по большому счету она как бы не особо-то и нужна. Ну, нужна для того, чтобы голосовые сообщения здесь отправлять можно с колонки на колонку, если два, допустим, абонента, вот у каждого такая колонка есть, можно по ней это друг другу кидать сообщение. Нажимаем просто авторизоваться как гость. Все, вот нам наше приложение. Здесь что мы видим? Здесь мы видим вот температуру, которая в комнате 28 градусов. Это, я так понимаю, давление. Это температура на улице, видите, плюс 2 градуса у нас в Хабаровске. Что вот это вот за 43%, ребят, я не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Я лично как-то, если честно, говоря по-русски, не догоняю, что это. В общем, что мы здесь видим? Видим полностью приложение на русском. И, кстати, язык здесь я не выбирал. То есть, ну, здесь уже сразу был настроен русский язык, когда я установил. Что здесь есть? Есть здесь вот это вот, это у нас музыка. То есть, она у нас
играет музыку ту, которая у вас есть в смартфоне. Нажимаете, и она поехала играть. Здесь она всякие, видимо, синхронизирует полностью, какие есть песни, допустим, ну, мелодии в телефоне. Она их, даже те, которые вот на будильник, она вот сейчас, мелодия с будильника. То есть вот она играет. Можно отсюда управлять, можно управлять отсюда громкостью. Можно здесь добавлять. Также здесь можно перематывать. Видите, она сразу перематывается. Долгим удержанием. Кстати, это обнаружил не я вот эту штуку, что она меняет цвет, когда вот удерживаете. Видите, сейчас зеленый, синий. Вот, удерживаете. Удержанием вот этих кнопок мы меняем яркость вот этой вот подсветки на колонке. Вот смотрите. Видите, она падает, да? Я его совсем выключила сейчас. Следующее меню — это у нас радио. Радио. Очень, кстати, тоже прикольная штука. То есть колонку, вот, допустим, вы один раз ее настроили, вот со смартфона, нашли все эти каналы, здесь их сохранили, и все, потом вы можете пользоваться просто как радиоприемником этой колонкой. Кстати, она довольно-таки хорошо играет на улице, даже не нужно подключать вот этот вот кабель. Давайте его достану. Вот он, этот кабелечек. Ну, можно его использовать как со смартфона музыку напрямую, через для наушников, как вы включаете. Вот сюда втыкаете. И она как дополнительная антенна еще. Ну, скажу вам сразу, она, когда вы на улице находитесь, она, ну, в принципе, не нужна. То есть, ну, нормальная здесь антенна в этом, в колонке внутри, она нормально играет, без помех, все четко. Ну, в помещении здесь она будет плохо играть. Включается она следующим образом. Нажимаете сюда. Вот они, наши радиостанции. Вы их один раз настраиваете здесь. Здесь вот есть... Вот она, я уже здесь все забил, видите, я вот нажимаю здесь поиск, она ищет все каналы, потом вы можете их просто здесь добавлять, вот, сердечки такие раз, и, соответственно, потом здесь перематываете. Смотрите, раз. Ну, плохо тут слышно, здесь очень, даже вот эта вот штука не помогает. Ну, кое-как, да, видите, слышно. Ну, скажу вам сразу, на улице оно нормально работает, поэтому помещение, ну, либо, не знаю, какой-то другой провод использовать. Ну, у меня, вот, ну, здесь вот плохо, да, если поставить на окошко, вот мне на балкон, там нормально будет все слышно, все отлично работает. Следующее меню, это у нас голосовое сообщение, ну, здесь вот вы, видите, появляется такая вот рожица здесь. То есть здесь нажимаете на микрофончик, говорите сюда, и сообщение улетело. Здесь, в принципе, все понятно. Ну, для этого вот нужна регистрация. Регистрация, ну и вам нужен владелец такой же второй колонки. Следующее меню — это дизайн. Здесь вы можете... Смотрите, сейчас я вам покажу. Здесь вы можете что угодно нарисовать, и оно у вас будет здесь вот на, как на заставке постоянно. Эта штука, можно во время мелодии ее включить, нарисовать. Ну, я не знаю для чего, как по мне, вот это вот все приложение, большинство этих пунктов меню, как, ну, баловство, я так скажу. Можно вот, допустим, нажимаете закрасить, выбираете какой-то цвет, он раз у вас, смотрите, он у вас автоматически появляется и здесь сразу. То есть можно, допустим, вот нарисовать сейчас синим. Видите, она здесь появляется, все это дело. Батарейка у меня садится. Можно все это стереть, нарисовать что-то другое, допустим, вот. Выбрать можно цвет какой-то, любой. Нажали, вот у вас синий. На эту намасленку, как бы, ну, заливка получается. Вот зелененький цвет. Белый, ну, белый какой-то он не совсем белый, так скажем, какой-то такой голубенький. То есть можно вот здесь выбирать цвет, рисовать. Можно также, как я показал, выбрать цвет и погнали вот рисовать. Другой цвет можно, и оно автоматически появляется у вас и здесь. Следующий пункт у нас — меню анимация. Я, честно говоря, не совсем понимаю, для чего это. Ну, я так понимаю, что в каждом из этих, видите, тоже здесь можно рисовать. И по идее она, потом вы включаете, она что-то у вас вот эти вот, то, что вы тут понаделали в разных вот этих вот окошечках, оно
по очереди появляется. Но я сильно, ребят, здесь не вникал, поэтому сказать вам не могу, для чего это. Все нужно смотреть. Галерея. Здесь вы можете выбрать различные вот картинки есть. Здесь предустановлены уже. Можно вот включить. Фейерверк какой-то вот есть, смотрите. И она будет бум, типа тут, типа какой-то фейерверк разлетается. Ну, в общем, разные картинки здесь есть. Огонь вот. Флауэр-то, я так понимаю, цветок. Типа он, видимо, растет, наверное. Ну, короче, побаловаться можно различными здесь штуками. Она, видите, сейчас здесь сейчас так вот и будет эта анимация здесь. Есть вот интересная штука, как бы для родителей, да. Родители составляют расписание для ребенка. И можно, вот смотрите, здесь вот все записано. Пробуждение, завтрак, прогулка, перекус. Можно делать свои, вот смотрите, добавляете здесь. И, ну, какие-то разные события здесь, напоминания пишите, какое, что должно произойти там. Понаделали, допустим, и ребенку она там раз пропиликала, и что-то нужно сделать. Следующий пункт меню, это у нас меню сна. Здесь вы также можете включить музыку, вот просто нажимаете, здесь вы, допустим, включаете. И здесь вот, что сейчас у нас играет. Различные вот звуки можно. Подводный мир, к примеру, да? Давайте громкости добавили чуть-чуть. Здесь, видите, сразу добавляется. Ну, довольно интересная штуковина. Такая для релаксации. Вот можно на полчаса, допустим, ее поставить. Вот она, через полчаса она у вас выключится. Когда вы уснете уже. То есть различные здесь есть звуки, колыбельная вот есть. Шепот. Сад есть. Ну, довольно интересные звуки. Следующий пункт – это будильник. Ну, с будильниками, я думаю, тут все понятно. Объяснять никому ничего не нужно. Следующий пункт меню – это инструменты. Здесь есть вот секундомер. Смотрите, нажимаем на него, и здесь появляется вот у нас нули. Нажимаем, допустим, начать, и он у нас побежал потихонечку. Побежал, побежал. Ну, если что-то нужно там вам, допустим, засечь, можно остановить, обнулить можно. Обнуляется оно. Также здесь есть календарь событий. Ну, это... Тоже здесь можно добавлять что-то сюда, различные события, они будут у вас здесь высвечиваться. Также есть вот такое табло, то есть, ну, допустим, вы во что-то играете, и вам, допустим, нужно там счет вести, нажимаете один, кто-то у вас, допустим, вы играете, а кто-то вот счет ведет какую-то игру, раз, два, ноль, там, два, три, один, здесь добавляется, и здесь все, видите, меняется. Также здесь есть напоминание, здесь это... Напоминание от приложений, то есть оно будет показывать, когда вам, допустим, приходит сообщение в WhatsApp, допустим, оно здесь у вас будет высвечиваться. Также здесь звонок, когда звонят, тоже горит. Звонок, входящий звонок, вот она картиночка. Здесь, ну, можно включать, можно выключать на различные приложения. Видите, уже здесь они именно, ну, мессенджеры все, смотрите, видите, да? Какие-то даже китайские вот есть, QQ этот. Есть здесь также игра, ну, игра такая, знаете, здесь вот можно... Потряс я там, типа казино какое-то. Ура, что-то выиграли мы. Опять раз потрясли, она опять побежала здесь. Также здесь есть гоночки. Здесь вот показано, какими кнопками управляется. Вот кнопкой play получается и кнопкой минус. Мы управляем, сейчас врежется. Оба врезались. Ну, такая, скажем так, для... Я бы в такое, конечно, бы не играл. Ну, детям так побаловаться можно. Что здесь еще есть? Здесь есть... Также вот мы можем нажать сюда. Здесь часы. Ну, это 24 часа у нас будет показывать. Либо 12 часов. Видите, вот она здесь сейчас 3.11 показывает. То есть не 15. Переключение на 24 часа показывает 15.11. Здесь мы можем выбрать цвет часов.
То есть вот сейчас красный. Ну, можно очень гибко здесь настроить под себя. Также вот он чат, видите, да? Ну, видите, он просит тут регистрацию. Что здесь есть еще? Здесь еще вот эта вот штуковина. Ну, это, я так понимаю, какая-то как то, что производит компания. Здесь показано вот. Это, я так понял, тоже какая-то колоночка. Лампа какая-то. Здесь вот такие настройки. Здесь еще здесь аккаунт. В основном логотип загрузки можно вот тут выбрать. Здесь в этом вот меню. То есть куча-куча, ребята, тут настроек. Тут, ну, я здесь везде, конечно, не лазил. Вот настройки светодиодной лампы есть. Смотрите, вот стоит сейчас отрегулировать яркость. Это встряхнуть стоит. Смотрите, что сейчас будет. Видите, я телефоном трясу, да, и меняется подсветка диодов. Вот максимальная сейчас. И сейчас она будет убавляться. Вот 3 раза. 1, 2, 3. Вот максимальная горит. Так, в общем-то, в принципе, по части приложения все. И теперь давайте я вам покажу, как она играет, эта колоночка. Так, открываем приложение «Музыка». Ну, конечно, здесь басов, я бы сказал, что маловато, да, ну, учитывая, ребята, ее размер, этой колонки, то, ну, низкие частоты, конечно, здесь маленечко присутствуют, но если вы будете использовать на улице, то это как бы басы, они вообще будут не актуальны. То есть вы их там практически не услышите, только для помещения, если. Тогда басы, да, слышны. Давайте сейчас я включу на максимальную громкость, послушайте. Ну, конечно, камера так не передаст. В общем, вы все слышали сами, да, очень громко она играет. Ну, для комнаты, ребят, переключать ее очень-очень сложно, эту колонку. Ну, на камеру, конечно, скорее всего, камера подстраивается под громкую музыку, и вы этого эффекта не услышите. Ну, басы есть, да, но хотелось бы, конечно, их побольше, но что есть, то есть. Ну, музыкой, в принципе, громкостью я доволен, как бы нормальное качество. Так, что касается, ребят, работы от одного заряда аккумулятора. Здесь заявлено, аккумулятор здесь заявлен 2000 мАч, насколько я помню. Сейчас посмотрим. Вот смотрите, емкость батареи 2000 мАч, время зарядки 3 от 3 до 4 часов и время воспроизведения до 6 часов. Сейчас я вам более подробно расскажу, сколько она у меня проработала. Здесь, кстати, вот хотел бы показать, что, вот смотрите, что означает кнопки. Вот нажмите на паузу, можете почитать, что она умеет кнопками делать. Кстати, у других обзорщиков, у которых была такая колонка, я видел, что здесь у них два входа, вот не входа, то есть здесь AUX у меня вход, да, а у них было еще и выход здесь. То есть колонки можно было вот этим кабелем, вот этим вот, можно было его их соединять. То есть на одном устройстве вы включили и соединили несколько колонок, и у вас получается, ну, полноценно это, можно тут дискотеку замутить. То есть, ну, очень громко будет играть несколько колонок. Так, что касается автономности. Здесь, как я вам показал, заявлено сколько? 6 часов, да? Но проработала она у меня, ребята, смотрите. Здесь секундомер, смотрите. 8 часов 26 минут. Я вот, честно говоря, был в шоке. Просто вот работы. Тестировал я ее подключил через Bluetooth, тестировал. Ну, я так понимаю, что у нас, когда работает через Bluetooth, она у нас больше всего потребляет электроэнергии, поэтому я решил сделать таким образом. Через кабель я через этот не тестировал, через AUX сколько она проработает, но я думаю, что будет еще больше. Я был крайне удивлен, когда вот у них заявлено тут 6 часов, а проработала по факту, ведь сами видите сколько, 8,5 почти. В этом плане все здесь классно обстоит. Так, что касается времени заряда, смотрите, время заряда и емкости аккумулятора. Сейчас я вам покажу. Вот я тестировал ее на заряд батарейку. Смотрите, что она у нас показывает.
Думаю, видно, да, вот 3 часа 13 минут она заряжалась и взяла на себя чуть больше 2000 мАч. Ну, то есть, то, что написано в инструкции, то и на самом деле так оно и есть. То есть, в этом плане, ну, не знаю, почему она так долго работает, но это только добавляет ей плюсов, ребят, этой колоночки, я так считаю. Ну и что сказать в заключение, ребят, колоночка мне, в принципе, понравилась, такого я еще не видел, чтобы вот было вот таким вот образом, здесь все это реализовано, здесь все это диоды, нормальный звук в колонке. Кстати, кто хочет посмотреть, как она внутри, что у нее внутри вот этой колоночки, посмотрите видео на канале Схематик, Стас мой друг, в завершающих окнах будет ссылочка на это видео, посмотрите, он там ее разбирал. Ну, все внутри сделано классно, и я заметил, что аккумулятор там был у нее 2500 мАч. Ну, я не знаю, сколько она на самом деле, может, они разные сюда ставят. Ну, видите, у меня 2000 мА, как бы, в принципе, то, что написано в инструкции, все соответствует описанию. Цена этой колоночки, ребят, где-то в районе 60 с копейками долларов, это около 4000 рублей. Ну, скажете, дорого, да, ну, немножко дороговато, конечно, но как подарок, если подарить вот ребенку такую колонку, я думаю, что, ну, будет очень классно подарить такую колоночку. Кстати, не сказал вам про эту кнопку, она когда в режиме ожидания, просто можете вот здесь температуру посмотреть. Это просто, как когда музыка играет, вы можете типа светомузыки такую сделать штуку. Такую вот. Это у нас, я так понимаю, сердечко, что ли. Наверное. И выключить вообще. В общем, что в итоге, ребят? Ссылка на колонку на эту будет в описании. Ну, переходите, смотрите, заказывайте, кому колоночка понравилась. Лично мне она понравилась. Ну, довольно-таки интересная реализация. Всего этого вот. Я такого просто еще больше нигде не видел. Чтобы у колонки было приложение. Ну, еще плюс в том, что приложение на русском языке. Вообще классно. Много всяких фишек. Ну, в общем, богатые настройки у колонки. Поэтому я от себя могу смело рекомендовать ее к покупке. Как бы мне она понравилась. Не знаю, что я буду делать с этой колонкой. Может, разыграю, может, кому-то подарю. Мне она как бы, ну... А возможно, буду сам использовать на даче. Вот сейчас я скоро поеду уже. Сейчас еще маленечко потеплеет. Установится окончательная температура плюсовая, чтобы была ночью и днем. И поеду рыбу коптить. Ладно, ребят, ссылка на колонку будет в описании. Кому видео было полезным, обязательно позитивно его оценивайте. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока, ребят, еще увидимся.